Всем привет! Сегодня получил интересное сообщение по скайпу от пользователя из Украины, Юрия. Значит, он пишет, что «А для публикации видео на вашем сайте видео должно быть обязательно на русском языке? Или другие славянские тоже могут использоваться? Например, украинский или белорусский?» Ну, я написал ответ, почитать сможете. В принципе, озвучу еще раз. Мы, конечно, очень рады, что даже люди на других языках хотят выложить видеоролики на нашем сайте. Добро пожаловать! И наше единственное требование, и оно очень хорошо озвучено даже дважды в видеороликах на моем сайте, я вам сейчас покажу. Вот на главной странице сайта есть, значит, основы. Идете в видеоролики о разном. И здесь находятся два моих видеоролика, которые выражают мое личное отношение как автора ко всем вот этим вот, скажем, чудесам, которые люди любят вытворять друг на друга, над другом. Еще раз повторю, это моя позиция, что никакой человек не может, допустим, кого-то там унижать, оскорблять по, первое, по возрасту. Тебе 5 лет, тебе 90. Какая разница, если ты при мозгах? Второе. По полу. Мужчина там, женщина там, или еще какой-то там третий пол изобретут. Какая нам разница? Наш сайт — это место для обсуждения проблем, связанных с Linux. Значит, следующий пункт. Мы не привязаны к политике. Прошу это учесть и запомнить раз и навсегда, чтобы не было здесь вот такого, что «а я вот русский, да я вот коренной, да кому какая разница?» Ну и идите специально только на русский сайт, где только по-русски говорят и только там все это делают по-русски. У нас сайт для людей, говорящих на русском языке и понимающих русскую речь, и для людей, которые могут писать по-русски. И мы здесь можем обмениваться нашими мнениями. Опять-таки, в рамках каких проблем? Мы говорим о Линуксе. То есть, любой из пунктов, по которому, значит, я вот это вот дело, все это озвучиваю, звучит очень коротко и просто. По любому признаку, который может унижать человечество, человеческое достоинство, на моем сайте места нет и не будет. Вот если это понятно, больше мне подобных вопросов не задавать. Любые языки приветствуются. Украинский, белорусский, там, русский, еврейский, там, да какой угодно. Если вы считаете нужным или полагаете, что это будет людям интересно, пожалуйста, заходите, регистрируйтесь. К сожалению, у нас... наш язык общения русский, но если вы понимаете по-русски, то вы сможете там свой там еврейский там ролик или еще какой-то выложить, и ради бога, и я не сомневаюсь, что люди, значит, его с удовольствием там просмотрят, но если в вашем видеоролике, извините, найдут что-то непотребное, что ведет к межнациональной розни или прочим таким вот нехорошим вещам, ну, тогда извиняйте, вот здесь будет вам полный бан. Потому что мы этого не приемлем. Если, значит, я выразил свою мысль понятно, то, значит, благодарю вас за внимание. И очень надеюсь, что мне эту тему больше поднимать не придется. Вот и все. То есть, да, сайт сделан для русскоязычных людей.
Но если, допустим, украинец, там, казах, там, татарин, да какая разница, но если он решит выложить ролик на своем национальном языке, на моем сайте, что же я ему буду препятствовать? Да какая это глупость-то? Просто есть, скажем так, общие правила, приличия, и если человек их соблюдает, он только будет приветствоваться на нашем сайте. Ну ладно, всего вам доброго, желаю, значит, всем всяческих там удач и успехов. Прошу меня, значит, извинить за, может быть, несколько эмоциональную речь мою. Вот. Ну, позицию я свою неоднократно озвучивал и озвучиваю еще раз. Все хорошее и доброе, пожалуйте на наш сайт, и проблем вам не будет. А все то, что там с подковыркой, и там человек ролик публикует, а под ним какую-нибудь ссылку, а ссылка ведет, извините меня, на очень там нехорошее место, ну все, таким людям будет, как говорится, до свидания навсегда. Ладно, до новых встреч.